OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Тоже, увы, не шутка. Совершенно безумный, лицемерный, запредельный по своей жестокости комментарий от Организации Объединенных Наций. Нам нужно, заявил замспикера Генсека ООН, нам нужно больше информации о происходящем, чтобы точно понять, в чем заключается характер конфликта в Курской области и сформулировать свою позицию официально. Ну, то есть не понимают в ООН, что Украина вторглась в Россию. Значит, в рамках этой многоходовочки Оля Скобеева, а она просто так рот не открывает, ну, тут имеется в виду, она бесплатно его не открывает, но я не об этом, не о цене вопроса. Я о том, что им выдают по вот этим, знаете, у них там провода в мозг из Кремля проведены, и такие сигналы. Так вот, они еще надеются, что они смогут освободить эту Курскую область. Хотя надежда эта тщетна. Армия России при этом продолжает вытеснять украинские войска. Город Суджа сильно разрушен. Конечно же, оккупации не будет. Возможно, мы назовем это освобождение. Посмотрим. Я прекрасно понимаю, что цели, значит, нашего военно-политического руководства, они не объявлены официально. И понятно, что едва ли мы захотим проводить там референдум. Но, как сказал президент Зеленский, прямо заявил, что это операция по переносу войны на российскую территорию. И нужно отметить, что россиянам это не нравится. Я с большим удовольствием слушаю вот эти вот различные видосики, где россияне комментируют прилет наших дронов. Они матерятся, ну это нормально, так сказать, тайна русского характера в данном случае. Они иногда проклинают украинскую армию и Украину. Но я вот чувствую, пройдет еще немного времени, и они будут проклинать, знаете кого? Владимира Путина. И вот как только это произойдет, вся эта конструкция, она навернется окончательно. Теперь нужно очень внимательно посмотреть на ситуацию с политических вот этих вот точек зрения. А почему? Потому что вся и западная пресса, и внимание Z-военкоры, например, Fight Bomber, который с таким удовольствием рассказывает, как мы сбиваем российские самолеты и вертолеты, все вот это вот вечного полета братья и так далее, а стингеры летят, патриоты летят, и другие западные ракеты летят, и пилотов российской армии становится меньше. Если кто-то сомневается, то вспомните про 2А50 с майорами на борту. Так вот, что он пишет. Оценивая силища, которыми мы прикрывали нашу госграницу с начала СВО, я лично на полном серьезе считал, что есть какой-то уговор с НАТО. Что если хоть одно, ну тут матюк написано, один украинский солдат ступит на нашу территорию, то всем сразу придет звездец во всех смыслах этого слова. Например, чемоданчик отдадут на ночь Анатольевичу, ну в смысле алкоголичу Медведеву, и потом хоть трава не расти. Или еще что-то более серьезное. То есть, видите, у них вот эта вот надежда, что у Путина есть какие-то договоренности, какой-то козырь в рукаве. Кстати, мы все заметили, что ядерной бомбой они трусить перестали. И перестали угрожать Лондону, Парижу и Вашингтону. Может быть, вот поэтому они перестали угрожать. Потому что Суджа вышла из состава России и сейчас полностью контролируется украинскими силами обороны. Опять же, это информация от российских источников. OMTV.ua. Про головне. Существует ли, с вашей точки зрения, какое-то второе дно в этой сделке? Есть ли там какие-то дополнительные тайные договоренности, которые выходят за пределы просто обмена? Ну вот первая группа вопросов. Прошу вас.
Ну что сказать насчет того, кто выиграл? Мне кажется, что по сумме это ничья. И вот я объясню почему. Потому что с точки зрения гуманитарной, опять же, это с политической точки зрения ничья. С гуманитарной, конечно, выигрыш абсолютный того, что все-таки люди, которые томились за стенках и имели перспективу быть убитыми, я подчеркиваю, убитыми там, они оказались на свободе. И это, ну, это всегда стоит тех усилий и тех неимоверных, может быть, затрат, энергии, а может быть и неравноценного обмена, чтобы спасти людей. Потому что, знаете, вот я привожу пример израильской армии, когда за одного Гилада Шалита отдали что-то там около 5000. Вот цена спасения человека. А здесь все-таки действительно 16 человек, из которых, ну, все до единого невиновные, само собой. Там нет виновных, вот что удивительно, да? Вот. Второе удивительное, это что русских на русских. Это тоже надо обязательно сказать, что понятно, что это советская практика, но даже тогда, когда меняли шпионов, там, я не знаю, на Буковского, на Крывалана меняли, или там Эдуарда Кузнецова, или Щеранского и так далее, все равно выигрыши были свобода, гуманизм и все остальное. Но политически это ничья. Почему? Потому что, ну, во-первых, Москва не отдала Навального, она его убила. И они на это были заранее сориентированы. Они вели игру для того, чтобы и обмен не сорвать, чтобы обмен состоялся. Но и одновременно не отдать того, кого они отдавать не хотели, потому что чувствовали в нем источник угрозы определенной, может быть, и мнимой угрозы, но все-таки чувствовали. Иначе зачем ее первый раз травили новичком? Вот многие говорят, а какая от Навального угроза была? Если совсем ее не было, даже в их представлении, а это определяющим является. Ну а зачем травить? Я прошу прощения, Марк Захарович, извините, пожалуйста, но от Навального угроза очень простая. Навальный – это единственный человек в России, кто имел опцию вывести народ на улицу. Ну да, вот, да. Ну просто единственный, просто других нет таких. Да, это справедливо. Да, и, конечно, я понимаю, что да, если бы его отпустили, там, в смысле, обменяли, он бы стал, там, мы все говорили, что он бы стал обычным там политэмигрантом, таким же, как мы. Нет, не таким же, как мы. Ну, не таким же, да, не таким же. Они, наверное, это и понимали очень хорошо. Я думаю, что там, так что, нет, это, я просто думаю, что не зря Путин его боялся, не зря Путин, так сказать, не пошел на этот обмен. Извините, что перебивал. Да, но парадокс в том, что Путин-то заинтересован был бы в обмене. Вот в чем все дело. Когда он убил Навального, я уже много раз тут этот вывод делал. Я, кстати, 16 февраля могут пересмотреть мой стрим, ну вот и все, в котором, когда еще, в день убийства Навального, я сказал, что это связано с обменом. Ну, у меня нет никакого инсайда, мне никто не докладывал. Ну, я разговаривал там с Вадиком Прохоровым, нам хорошо известно, другими, но я понимал, что переговоры идут, это не было секретом об обмене, но я не понимал ни конфигурации, ничего, но было очевидно, что у Москвы был явный прямой мотив Навального убить. Прямой мотив в связи с обменом, потому что иначе он уходил из рук. А вот почему Москва так сильно заинтересована? И, во-первых, подтверждением тому является то, что они тут же, когда убили Навального, предложили больший список. Там-то ведь наверняка обмен был 2-3-3-2. А здесь сразу 16 человек. Диспропорционально на 10. Что, согласитесь, ну, как бы для Москвы, при ее жадности, ну, в общем, слишком щедро даже. Слишком щедро. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.